Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 сентября 2021 года. Перед вами моя ремонтантная Марина сорта «Брянская дива». Это дива в этом году. Вы посмотрите, сколько ягод она назавязала. Крупнейших ягод. Я не знаю, они, конечно же, не вызреют, но ведь они, вы посмотрите, какое количество. И они все уже отцвели, они все набрали свой вес. Причем, когда было тепло, самые крупные ягоды этого сорта достигали величины, как спичечный коробок. Вот эти чуть поменьше, примерно 2/3 высоты спичечного коробка. И я отношу такое огромное, посмотрите, веточка, количество ягод к тому, что в этом году впервые я произвела прищипку всех сортов своей малины. В середине июня месяца это было, когда новые побеги этого года достигли высоты примерно 1 метра. Я у всех у них отщипнула верхушку. То есть обычно, когда мы верхушку не прищипываем, цветочные почки образуются сначала на верхушке, а затем они образуются на боковых побегах, которые начинают расти после того, как образовались цветочные почки на верхушке. Вот это прищипывание привело к тому, что малина сразу, как всегда бывает после прищипки, начала формировать боковые побеги и гораздо раньше вступила в плодоношение. В результате она успела сформировать вот такую потрясающую массу ягод. Ну, думаю, что это примерно в 2, если не в 3 раза больше, чем она формировала в предыдущие годы. Рекомендую вам этот прием. Не пожалеете. Точно так же отреагировала на этот прием малина Геракл. Правда, после того, как она была прищипнута, она почему-то в этом году ниже, чем она была в прошлые годы. Я объяснений не могу найти, хотя, наверное, побеги были ниже. Вот, наверное, в чем дело. Вот она тоже такая многоплодная в этом году. Но надо сказать, что если на брянском диве все практически уже ягоды сформировались почти по сорту, то здесь еще есть цветущие и мелкие. Что странно, потому что по описанию эта малина более ранняя, чем брянская дива. Вот, в общем-то, в этом коротеньком видео я вам хотела рассказать о том, что прием прищипывания верхушек во время, когда наши молодые побеги на малине формируют урожай нового года, он результативен, он дает свои плоды. Просто удивительно. Совершенно удивительно. Попробуйте, не пожалеете. Мы собираем малину в этом году уже с конца июля и собрали очень приличное количество. Она немного кислее, чем малина обычная, одноразовая, как говорят, одного раза плодоношения. Но она гораздо крупнее, меньше поражается вредителями однозначно. Правда, болезни у меня есть. И вот с этим нужно разбираться. На сорте полка вот такая вот мраморность на листьях. Пока не могу понять, какого она свойства. Всего доброго вам, друзья! Всего самого наилучшего! Выращивайте ремонтантную малину. Она радует урожаем и приводит в восторг всех моих соседей в это осеннее сентябрьское время. До свидания. Будьте здоровы!